У Гомельського державного медицинского університету з'явилася еще одна подстава для гонору. Команда этой установы отримала гран-при областного форума студентских талентов «Зимовая веселка». Фестиваль наведали наши корреспонденты. Споборництво талентов. За час своего проведения «Зимовая веселка» переутворилась у фестиваль достижений высших научных установ Гомельщины. Кубки, дипломы и медали. Все отримано у нелегкой, але сумленной борьбе. Студенты ГДТУ имя Сухого у эту коллекцию додали еще и несколько роботов. У значной ступени это модели для цікавого бавлення часу. Але некоторые вынаходництвы уже зараз можно применять на практике. Например, установку для вырабу 3D-деталей, ці робота, які може працювати у агресивном для человека осяроддзі. Будущее производство, там человек будет в нем участвовать в минимальной степени. В этом производстве будет участвовать передовые технологии, будет участвовать мозг человека, то есть знания студента. Вот к этому мы и пытаемся приучить студентов. Концертная программа «Зимовой веселки» – это выступление 7 команд першокурсников ВНУ в области. За 15 хвилин необходимо не только сдивить журы, але и завести залу так, каб эмоции праз край. Покуль одни выступают на сцене областного громадско-культурного центра, их потенциальные конкуренты рыхтуются у фойе. У этом годе фантазию першокурсников явно ничего не стремливала. Нехто опранулся у костюмы старожитных жихаров Беларуси. Нехто отдал перевагу в образом космичных воинов. Студенты Белорусского державного университета транспорта вырашили перенести глядачов у часы римлян и египтян. Такая историчная отдаленность, кажут, допомагая лепш самореализоваться у нашем часе. Ты все время можешь показать что-то интересное. Даже если ты что-то забудешь, ты сможешь импровизировать в любой момент. Потому что ты смотришь на другие костюмы, на наши декорации, ты всегда сможешь что-то придумать новое. Танцевальный выбух, артистизм без межаў. Самая оригинальная программа. Пераможцы у концертной программе студентского форума «Зимовая веселка» вызначали у нескольких номинациях. Але галоўная узнагарода – гран-при. На гэты раз и она накіравалася у Гомельский державный медицинский университет. Дарэчы, сачыць за выступлениями сёлета упершыню могли не только те, кто набыл билеты. Интернет-трансляция у реальном часе. Гэта магчымасць значно пошырыць аудиторию. В этом году впервые мы транслируем онлайн-трансляцию в интернет этого мероприятия, что позволит расширить аудиторию, которая ограничена количеством мест в этом зале, их 1000. В этом году мы планируем, что именно это мероприятие посмотрит более 3000 молодых людей. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио компания Гомель.